Семена спаржи фиолетовой, Asparagus officinalis, дадут вкусные и крупные побеги. Гладкие и прямые стебли вырастают до 150 см. Листья чешуйчатые, плоды в виде шаровидных красных ягод появляются в августе. Растение приобретает фиолетовый окрас в результате особых пигментов, антоцианов. Именно они придают побегам горьковатый привкус. В результате термообработки вкус становится более мягким, а цвет растения меняется на зеленый. Спаржа фиолетовая очень целительна. В листьях содержатся вещества, способствующие расщеплению алкоголя в организме. Они же способствуют улучшению работы почек и печени, укрепляют кости. Сырые стебли лечат простуду, помогают при нервозах. Из ростков делают примочки от экземы. Настой помогает при геморрое и половых болезнях. Спаржа фиолетовая – это травянистые. Спаржа фиолетовая имеет средний срок созревания. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.